Посмотрите, муха. За ней гонится мураш, Васька. Он прицепился сзади и не хочет убегать. Он кусает ее за заднее место. Муха не может. Вот его старший брат Федька. Вдвоем они ее тащат куда-то. Куда они ее тащат? Ну и, конечно же, их средний братец Стасик. Смотрите, он ее переворачивает. И они ее куда-то тащат. Куда? О, вот их папа, Владислав Георгиевич. Вчетвером они куда-то ее тащат. Владислав Георгиевич сильно суетится. Видимо, они хотят ее... Ой! Здесь все семейство. И Махмуд. Вон, Алексей убежал куда-то. Они ее, видимо, тащат все домой на званый ужин. Но она очень скромная и не хочет сама идти. Но они настаивают. А вот он, переросток. Это внебрачный сын Валериана Степанова. Большеголовый Зармун Н. Его зовут. Но он, ему не понравилось. В смысле, то, что они делают, приглашают. Вот еще один. С крошкой во рту. Он только что купил на базаре что-то. Видимо, хочет сделать салат. Ну что же. Ну что ж, муравьи очень гостеприимный народ. Хотя муха и сопротивляется, и не хочет идти к ним в гости, но они настаивают. И сейчас они весело отпразднуют. Вы видите, все семейство, даже соседи присоединились и приглашают ее к себе в гости. Посмотрите, какой праздник на селе. Муха пришла в гости к нашим друзьям-мурашам. Ну что же, удачи вам, друзья, удачи. Удачно повеселиться. Чус, чус. На прощание муха пожелала нам удачи, счастья.